Здорово всем, народ. Короче, получил очередную посылочку с Амазона. Стекла на мобильный телефон. Хотел показать его и забыл, что я на него снимаю. Так. Вот эти стекла. Та же самая фирма, что я брал на Huawei Smart 2019. Тогда я ее вскрыл. Что я увидел? Народ, здесь три стекла. Было три стекла. И вот такая лента. Видите, на три стекла. Сухих и мокрых тряпочек. Ну, для поклейки. Ага, и здесь еще. Короче, цена вот этих трех стекол, вот, я их пробовал, они крепенькие. 6 евро 89 центов. Блин, ну это ни о чем. Я уже ими пользовался, ну, на другом смартфоне. Стекла достаточно хорошего качества. Так что с AliExpress не получается в Украину заказать. Поэтому пришлось на Амазоне, на Германию заказывать. Вот так вот. Пока мои здесь находятся, я сюда заказываю. Все равно доставка бесплатная будет в Украину. Так что, народ, вот такой был короткий обзор. Три стекла за 6,89 евро. Блин, ну, шара просто. Да, конечно, на Амазоне есть многие вещи, похожие с AliExpress. Но они здесь намного качественнее. Ты чуть-чуть переплачиваешь, но они, блин, реально качественные. Я не знаю, Китай, наверное, для Европы делает намного качественнее, чем то, что покупаем мы. Ну, я просто как бы не понимаю. Здесь Amazon рулит вовсю, а у нас AliExpress. В общем, народ, как всегда, смотрите следующее видео и подписывайтесь на канал.